Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Недавно в Москве прошел российский форум путешествий, на котором различные регионы представляли самые интересные туристические направления. Там был павильон нашей Карачаевой Черкесии. Чем интересовались гости нашего павильона? Какие направления они выбирают? И вообще, чем довольны гости, приезжающие в Карачаево Черкесию, и что им не нравится? И какова роль государства? Как они помогают решать проблемы туриндустрии Карачаево-Черкесии? А еще мы поговорим о нашей чудесной, необыкновенно красивой природе. Вернее, о том, как мы к ней относимся. Почему на наших курортах, которыми мы так гордимся, постоянно куча мусора? Кто несет за это ответственность? Думаю, разговор будет полезным и серьезным. Так что не переключайтесь. Начинаем. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, представитель Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии Асет Пазова, с которым мы как раз таки и будем обсуждать развитие туризма в Карачаево-Черкесии. Асет, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, форум, который российский проходил в Москве, путешествую, вы его и организовали, и проводили. Скажите, какие услуги, направления были там представлены, и было ли жителям и гостям нашего павильона интересно? Что их интересовало больше всего? В рамках нашего стенда мы презентовали не только туристский потенциал республики, но и культурное наследие нашего региона. Здесь немножечко хотелось бы отметить, что мы привезли в Москву изделия народно-художественных промыслов мастеров Карачаево-Черкесской республики. Это изделия из глины, резьба по дереву и национальный костюм из Заремы Аджиевой, которая уже известна по всей нашей стране. Но вместе с этим основной целью участия в мероприятии было представить наш туристский потенциал жителям и гостям Москвы. В первый же день открытия форума наш стенд посетил замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахрюков, а также председатель комитета Госдумы по туризму, это Сангаджи Тарбаев. Они очень высоко оценили турпотенциал, который им был презентован. С нами ездил наш коллега, предприниматель, который выиграл грант на создание приложение туристического, в котором отражены турмаршруты по Карачаево-Черкесии. Он также презентовал его и получил поддержку на федеральном уровне. Жители и гости Москвы очень сильно интересовались нашими направлениями. Очень многие из них знакомы с Домбаем, Архызом, Тибердой. Но некоторые из них удивлялись, что вот то озеро в форме сердца, картинки которого они всегда видят в интернете, это тоже Карачаево-Черкесия, что плато Бермамыт, это тоже Карачаево-Черкесия, что наш регион не только зимой можно посещать, но и в летнее время, и в межсезонье, что у нас есть целых 73 туристских маршрута, доступных для посещения. А вместе с этим также очень многие интересовались лечебно-оздоровительным туризмом, который есть в нашей республике. Для этого мы, сотрудники министерства, представляли им эти направления, рассказывали им, презентовали на различных пленарных совещаниях и площадках наш туристский потенциал. Угу. Ну вот, Асет, вы сказали о оздоровлении, да, туризм. Но мы знаем, что чаще всего, по-моему, выбирают у нас Домбай, Архыз, горнолыжные курорты, медовые водопады. А что вы имеете в виду? Вот, лечебно-оздоровительный туризм. Лечебно-оздоровительный туризм даже недавно, например, насколько я знаю, в Тибриде, в Домбае, Архизе все еще идет цветение сосновой пыльцы, которая очень полезна как и для аллергиков, так и для людей, у которых заболевания дыхательных путей. Очень многие приезжают в этот период к нам, чтобы избежать такого тяжелого переноса аллергии и различных заболеваний. И я бы хотела прочитать некоторые отзывы, которые оставляют в интернете гости, приезжающие к нам в республику. Вот мне было, например, очень приятно прочитать, что Карачаево-Черкесия – это Алтай, умноженный на 5+, плюс местный колорит. Отличный отель, комфортабельные номера, теплые полы в номере, удобная парковка. Все понравилось. Чистота, тишина, красота за окном. Спасибо персоналу за гостеприимство. Современный дизайн гостевого дома. В номере просторно, чисто и приятно. Мебель новая, постельное белье чистое. Всем спасибо. Ну, вот очень приятно, согласитесь, читать такие отзывы. Конечно. Да? Но, к сожалению, бывают и
не очень хорошие отзывы, и чаще всего вызывает недовольство наших гостей высокие цены, хотя они говорят, что, конечно, в Сочи на Красной Поляне все гораздо дороже, но тем не менее говорят, что дорого, и сервис немножко не устраивает. Все-таки люди ездят за границу, они видят, как там. Скажите, пожалуйста, может быть, поэтому было принято вот правительством всех регионов СКФО и Адыгеи единая норма кавказского гостеприимства? Что это такое, почему она была принята и что она подразумевает? Да, на самом деле, сперва хотелось бы сказать про цены, тоже немножко прокомментировать. Наш курорты Карачаево-Черкесия относительно недавно, в конце прошлого года, были признаны самыми доступными в рамках ценовой политики по посещаемости среди курортов Северо-Кавказского федерального округа. А если мы говорим про единые стандарты гостеприимства, которые были приняты во всех субъектах СКФО, данная работа велась в рамках направления такого масштабного проекта, который уже идет второй год, это «Кавказ Гранд Туризма». Целью данного проекта является популяризация, презентация Северокавказского федерального округа как единого макросубъекта на территории России и на зарубежных площадках. И одним из мероприятий данного проекта было именно принятие данных стандартов кавказского гостеприимства. Здесь хотелось бы отметить, что они в себя включают именно уровень и подачу сервиса, функционирование гостиниц, всех сотрудников гостиниц, какая должна быть территория, какие должны быть рекомендации к персоналу в общении с клиентами. И так как Кавказ является со своей такой уже ноткой гостеприимства, перед введением данных стандартов мы, как Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, отправили на согласование данный стандарт ательерам нашего региона, чтобы они могли ознакомиться, внести свои предложения. Чтобы, знаете, этот документ не был таким, который просто приняли власти, отдали, исполняйте. Мы пытались его максимально адаптировать с современными реалиями и уровнем именитых курортов и нашего такого кавказского гостеприимства, чтобы наши ательеры внесли свою лепту. По итогам принятия данных стандартов относительно недавно, в конце мая, в начале мая, в Карачаево-Черкесии прошел обучающий семинар данных стандартов внедрения. Здесь хочется отметить, что его проводили федеральные спикеры, федеральные эксперты. Это Космос Хотел Групп, которые рассказывали и объясняли нашим ательерам про уровень сервиса, качество оказания услуг, как, каких ситуаций, где избежать. Это были и научные сотрудники Северокавказского федерального университета. Мы собрали, грубо говоря, ательеров, пригласили всех для участия, и они смогли уже непосредственно и в теории, и в практике ознакомиться, что делать с этими стандартами и как их у себя внедрять. Конечно же, мы понимаем, что над любым направлением, включая и уровень сервиса, и ценообразование, всегда необходимо работать, всегда необходимо его совершенствовать. Поэтому для этого с прошлого года мы внедрили обучение для сотрудников гостиниц. 67 сотрудников у нас в прошлом году прошли обучение, в соответствии с чем им выданы соответствующие сертификаты, то есть это по оказанию услуг в сфере туризма. В этом году обучение также продолжится. Мы будем в дальнейшем обучать и ательеров, и сотрудников гостиниц. Помимо этого, у нас сейчас, буквально сегодня, прошел еще один этап аттестации гидов-экскурсоводов. Очень важно. То есть у нас будут аттестованные гиды-экскурсоводы, которые знают, что рассказывают, показывают. Это очень важно и очень хорошо. Ася, вот вы сказали, что прошло обучение. Где проходило это обучение вот наших ательеров? Для удобства наших ательеров, так как мы понимаем, что наибольшее количество гостиниц, отелей и средств размещения у нас находится в Домбай и в Архызе, мы организовали обучение и в Домбай, и в Архызе. Ну, помимо этого, ясное дело, в столице нашей республики, это в Черкесске. А вы там присутствовали? Сотрудники министерства, конечно, они присутствуют на каждом обучении. Вы меня уж извините, конечно, но когда говорят Домбай, Архыз, у меня сразу почему-то вот такая ассоциация, что приехали люди, поговорили, но главное отдохнуть. Или они учились?
Нет, нет, мы собрали непосредственно ательеров, мы привезли спикеров, спикеры у нас и эксперты были федеральные, это ребята там с Ростова приезжали, обучали их, нет, это приехали непосредственно провести обучение, они их обучили, рассказали, далее прошли подготовку, и после этого наши специалисты смогли получить сертификаты о прохождении обучения. Ну, сертификаты они получили, обучение прошло, а результаты когда мы увидим? А результаты, конечно же, непосредственно при посещении наших курортов, гостиниц и отелей. Угу. То есть, если мы поедем и посмотрим, вот как сегодня работают гостиницы, мы уже можем увидеть результат этого обучения, да? Как считаете? Да, то есть в прошлом году пошло это обучение, ясное дело, оно отображается еще там не на 100%, процесс только запущен, но здесь хочется отметить, что он не перерывается и идет на постоянной основе. А вы мониторинг ведете? Как вот сказывается ваше обучение на результатах? Или просто отучились, ну и до свидания, ательеры? У нас идет мониторинг всех средств размещения. У нас постоянно это идут и холодные звонки, мы обзваниваем, связываемся с ательерами. И непосредственно там раз в 2-3 месяца проезжаем гостиницы. Сами смотрите? Да, сотрудники министерства. Мы поедем вместе? Поедем. Посмотрим воочию, да? И заодно соберем отзывы гостей, довольны они или нет, что изменилось. Приезжают чаще всего одни и те же люди, как правило, да? Здесь тоже, да, хочется отметить, что Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 курорта по возвращаемости туристов. На самом деле этот показатель, наоборот, говорит о том, что у нас хорошо, и люди хотят возвращаться и приезжать к нам снова и снова. Наши курорты вошли в топ-3 курортов, на которые гости возвращаются ежегодно одни и те же. То есть их становится больше, но очень много тех, кто приезжает второй, третий, четвертый и более раз. Ну, так это же действительно очень хороший показатель, согласитесь. И я тут думаю, что радушие жителей Карачаево-Черкесии играет огромную роль. Да. Потому что вот в разговоре бывает с теми, кто приезжает в Карачаево-Черкесию, конечно, природа нравится, кухня, и очень тепло отзываются о наших вот традициях. Людям всегда приятно, которые приезжают из Центральной России, например, да, где немножко стерты границы старшие, младшие, а у нас когда не видят не показное, а искреннее уважение к старшим, да, когда вот встают, когда в комнату заходят старики, их, конечно, это удивляет, им это приятно, и на то, как вот люди доброжелательно к ним относятся, и владельцы гостиниц стараются, чтобы людям действительно было тепло, комфортно и уютно. Это на самом деле очень хорошо, очень хороший показатель. Вот мы с вами как раз поговорили, затронули тему, о которой я тоже хотела поговорить, что мы видим, что в связи с ситуацией, которая в мире уже несколько лет, растет российский туризм, развивается он, поэтому, конечно, правительство уделяет серьезное внимание. Например, те же владельцы гостиниц, может быть, у них и хватает средств, а может быть, не хватает. Какие-то для них гранты, программы предусмотрены, помощь от государства? Здесь тоже хочется отметить, что в прошлом году был проведен грантовый конкурс, в рамках которого министерством были поддержаны 73 общественные инициативы на сумму более 350 миллионов рублей, в рамках которых у нас в этом году появятся пункты придорожного сервиса. Что здесь очень важно отметить, что для многих путешественников это является одним из показателей удобства и качества оказания услуг, и у нас появится уже 11 таких сервисов придорожных по Карачаево-Черкесской республике. Они будут расположены к путеследованию курортам нашего региона. А вместе с этим дополнительно будут расширяться немодульные капитальные сооружения. Это вот именно экологические такие домики, без вреда нашей природе, без вреда нашей флоре и фауне. А вместе с этим активное внимание было уделено оборудованию. На курортах благодаря грантовой поддержке будет обновлено горнолыжное оборудование. Вместе с этим также хочется отметить, что мы понимаем, что люди приезжают, да, это гостиница, это сервис, но у нас очень много путешественников самостоятельных, которые приехали, и для них тоже нужны определенные удобства, в соответствии с чем в рамках грантовой поддержки была оказана поддержка проектам по типу аудиогида и приложение, в котором отражены наши туристские маршруты. То есть, грубо говоря, ты открываешь это приложение, в нем отражены там 70 туристских маршрутов. Ты выбираешь медовые водопады, и он полностью тебе отображает
пеший маршрут, автомобильный маршрут, как добраться, что ждет тебя по итогу. Приложение будет совершенствоваться, у тебя через него будет возможность бронировать гостиницу, отель, покупать тур. Сейчас ведется работа взаимодействия с туроператорами, чтобы возможно было через это одно приложение покупать туры. Там отображен полностью фото-видео-контент, чтобы ты мог посмотреть, что по итогу тебя ожидает. Сложность маршрута отражена, часовой маршрут, там, не знаю, минутный, конный маршрут. Это все облегчает нашим посетителям и туристам нашей республики увидеть наши красоты, и все это является государственной поддержкой. Ася, очень хорошее приложение, действительно, оно очень удобное. Я думаю, что оно будет очень популярным у жителей России, не только. Но я бы хотела немножко вернуть вас в начало вашего ответа. Вы сказали, что вот будут придорожные кафе, как бы. А что они предусматривают? Ну вот люди едут, а да, они сейчас могут остановиться в частном кафе поесть. А это что такое будет? Смотрите, пункты придорожного сервиса в первую очередь это санитарные зоны, которых так не хватало на пути следования к нашим курортам. Это санитарные зоны, где вы можете остановиться. Это зоны отдыха, зоны комната матери и ребенка, магазины, кафе и так далее, тоже дополнительно для удобства. Но самое главное, что это будет, это санитарные зоны и зоны отдыха на пути следования. То есть водители, например, едут, они устали, они могут остановиться на специальной парковке и спокойно... Да. Это будет, да. Поспать, да? Да. Ася, а вот... Модульные некапитальные сооружения, это что такое? Это экологические домики. На самом деле, вот у нас сейчас Софийская поляна, это полностью такая зона экотуризма, которая еще не застроена. И строительство этих домиков осуществляется без вреда для природы, не такого, грубо говоря, вреда, как при строительстве гостиницы с фундаментом и так далее. Это известные всем вот эти треугольные домики, аккуратненькие, красивые, да. И их будет становиться все еще больше в нашей республике. Это увеличение количества мест размещения, это увеличение доступности жилья для гостей и жителей нашего региона. А кому они будут принадлежать? Это все предпринимательские инициативы, это была государственная поддержка предпринимателей. Они принадлежат полностью предпринимателям. Предприниматели готовили свои заявки на грантовый конкурс, они проходили отбор. После победы в грантовом конкурсе им были выделены деньги, на которые они смогут построить эти немодульные капитальные сооружения. Ну, в общем, государство поддерживает развитие туризма, помогает предпринимателям. И мы видим, что действительно преображается наша зона отдыха. То, что санитарное, это, конечно, вообще великое дело, потому что очень люди жаловались, действительно. Да. И видим, что курорты наши все-таки потихонечку преображаются. Вот тоже озеро... Каракёль. Да, Каракёль. Это тоже в рамках грантовой поддержки будет благоустроенный пляж озера Каракёль в рамках той же грантовой поддержки, которую озвучивали ранее. А еще дополнительно хотелось бы сказать, что готовится дальнейшее развитие именно Софийской поляны как отдельного направления от самого поселка Романтика. Ну что ж, знаменитое место, если оно преобразуется, конечно, если оно будет, природа при этом не пострадает. Конечно, конечно. Ну что ж, тоже хорошая инициатива. А скажите, Ася, предусмотрена ли вот помощь государства, развитие туризма? Люди покатались на лыжах, ну, сходили в кафе, все, досуг, как проводить? Скучновато людям иногда бывает. Я думаю, после того, как они покатались на лыжах, уже можно и отдохнуть, но на самом деле... В 2022 году Карачаево-Черкесия впервые получила грантовую поддержку на проведение событийных мероприятий в сфере туризма. И благодаря данной грантовой поддержке в текущем году у нас появится возможность проведения серии событийных мероприятий на наших курортах. Это будут развлекательные мероприятия, связанные с нашей национальной культурой. Ну, хорошо. Это будут различные гастрономические такие направления можем взять и развлекательные направления. Туристические квесты. Это все будет организовано на наших курортах для гостей республики, для жителей нашей республики, чтобы их досуг стал намного интереснее. И, в принципе, у министерства в планах ввести это на ежегодной постоянной основе. И вот если помните, в прошлом году мы провели гастрономический фестиваль «Кунак». Он очень масштабно прошел.
Далее в этом году мы опять планируем проведение фестиваля, и из года в год надеемся, что этих мероприятий станет больше, они будут масштабнее, и у нас будет развиваться не только горнолыжный, экологический, научно-познавательный туризм, но и событийный туризм станет таким локомотивом развития туризма и притяжением туристов в нашу республику. Ну вот если все это воплотится в жизнь, все проекты, о которых вы говорили, я думаю, что туристы, которые будут приезжать в Карачаево-Черкесию, на сайтах будут оставлять только положительные отзывы. Так что, Ася, огромное вам спасибо за то, что пришли, за то, что рассказали. Министерство очень много хороших, полезных инициатив. Удачи вам во всех начинаниях. Спасибо большое и вам удачи. Спасибо за приглашение. Спасибо. Приглашаем всех в Карачаево-Черкесию. Ну а мы с вами, друзья, отправимся на Махар и узнаем, что там нравится нашим гостям, а что их не устраивает и кто в этом виноват. Курорты Северного Кавказа известны своим гостеприимством. Предлагают гостям различные туристические направления. Горные вершины, ущелья, водопады, бурные реки и заповедные леса – главная достопримечательность региона. Вкусы у людей разные. Кто-то предпочитает активный отдых, экстремальные виды спорта и отправляется в Домбай или Архыз, где для туристов работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности. Другие, устав от городской суеты, предпочитают уединиться на берегу реки и просто наслаждаться тишиной и окружающей природой. Эти люди отправляются в долину реки Махар. Самое хорошее место – это Курзуб, Махар. Не Домбай, не Архыз? Нет, там нет воздуха такого. Там уже везде мусор, везде стройки. Вот и бывшие военные. Друзья детства Юрий Волков и Руслан Шхаев тоже так думают. Лучшего места для отдыха, чем Махар, просто не найти, уверены они. Как вам отдыхается на Махаре? Феерически сказочно. Великолепно. Это одно из самых любимейших мест. Во многих местах я здесь в горах бывал. Это одно из самых любимейших мест моих. Я здесь уже отдыхаю, по сути говоря, второй десяток лет. И каждый год я здесь на Махаре отдыхаю. Очень есть много мест достопримечательных. Очень красивая природа. Вот здесь чувствуешь себя действительно человеком, дитя природы. И понимаешь, насколько в жизни человеку мало надо для счастья. Вот здесь вот именно то ощущение счастья, которое я испытываю, я его испытываю именно здесь. Руслан Шхаев – бывший пограничник. К Махару у него отношение особое. Когда-то он служил в этих местах. Я был вот на той горе. На той и даже на той. Вот. Прекрасное место, великолепное место. Люди прекрасные. Место прекрасное. Река прекрасная. На Махаре нет сотовой связи, телевизора, привычных удобств. Зато именно здесь, вдалеке от шумных мегаполисов, в полной мере чувствуется вся мощь естественной природы. Человек набирается сил в исцеляющем уединении, уверен Сираджуддин Каджиагаев. 20 лет назад он уехал в Дагестан, но до сих пор скучает за родной Карачаево-Черкесией и каждый год старается приехать на Махар. Прекрасная погода, прекрасные горы, прекрасные реки. Очень-очень хорошо отдыхается. С каждым годом Махар становится все более популярным местом отдыха. Именно здесь происходит знакомство с настоящим Кавказом, его таинственными горами и глубоководными озерами. Зачем нам за границей, если есть Махар, говорят туристы. Здорово, очень красиво. Все очень хорошо здесь в Махаре. Вот так, отдыхайте в Махаре. Вот и братья Шацила и Ставрополь предпочитают отдыхать не где-нибудь, а на Махаре. Отлично, великолепно. Лучше отдыха просто не придумаешь. Очень здесь богатый, насыщенный воздух. Заряжаешься и потом приезжаешь и просто чувствуешь весь год себя великолепно после поездки на Махар. Вы здесь первый раз? Нет, не первый. Я уже на протяжении, наверное, 15-20 лет, вот с самого рождения, когда только родился, мама, папа брали с собой. И вот каждый год мы сюда приезжаем. Теперь это как традиция у нас.
Эту традицию вместе с братьями поддерживают и их друзья, с которыми они когда-то познакомились на Махаре. Теперь это большая дружная компания. Первоначально мы приезжали коллективом с работы, познакомились здесь с одной семьей, с другой семьей, сдружились, начали общаться, встречаться с семьями не только здесь и в домашних условиях. Ну, получается, и здесь то же самое, хотя бы раз в год, но мы встречаемся как единая большая семья, мы дружный коллектив. Мы здесь отдыхаем уже очень много лет. Вот у нас тут есть друзья, которыми мы здесь познакомились, и уже многие годы продолжаем сюда ездить, уже семьями у нас детки появляются, у нас коллектив наш все только растет, и мы с удовольствием приезжаем сюда каждый год. Нравится кислород, нравится погода, нравится сама обстановка, грибочки, малина. Мы были на водопадах, на чертовой мельнице, нарзаны ходили, пили. Вместе с детьми? Конечно. Пешком гуляем, ходим. На свежем воздухе аппетиты у детей и взрослых отменны. А супчик, сваренный из собранных грибов, просто пальчики оближешь. Хотя сейчас уже Махар стал более цивилизованным, скажем так. Появились кафе, магазины, где можно купить. Раньше этого не было, а привычка осталась. То есть все привозить с собой, всего много и, конечно, готовить. Потому что еда на открытом воздухе совсем другая, и особенно на костре. Мы сюда приезжаем по осени, собираем малинку, которую едим весь год. Наши дети тут закаляются, отдыхают, без гаджетов, нет связи, просто замечательно. Вот и маленькие москвичи, братья Одиновы, сначала страдали от того, что на Махаре нет сотового телефона и фастфудов. Теперь жизнью вполне довольны. Сначала было тяжело, потом уже стало легче. Потом освоились к еде. Теперь нам тут очень хорошо. А что же вам еда так не понравилась, что ли? Сначала Марату и мне не нравилось мясо. Потом мы уже к нему привыкли и стали его кушать каждый день. А что же вы в Москве кушаете? В Москве мы не такую еду кушаем, там что-то другое постоянно. Там другие продукты, другой воздух. Да, натуральные продукты и чистая горная вода – то еще испытание для маленьких москвичей. Но прожив на Махаре всего неделю, братья оценили преимущества дикой природы. Мне понравились тут виды, нарзан, водопады везде всякие, лошади. Много чего мне понравилось здесь. Марата, тебе? Мне прям здесь баня, красота на горах, там еще каждый день облака долго, там еще очень хорошо. Ну а что, в Москву хотите? Я не очень хочу. Вот здесь еще мы до конца лета останемся. Долина Махара – идеальное место оздоровления для тех, кто страдает аллергией, заболеваниями дыхательных путей. Чистейший воздух, настоянный на ароматах хвои, от которого кружится голова, целебные нарзаны, их на Махаре целых 5 и все разные по вкусу, обеспечивают полноценный, здоровый и активный отдых. Можно было бы только порадоваться за этот красивейший уголок природы, если бы не одно «но» – мусор. Его на Махаре хватает. Да, контейнеры здесь на территории находятся, мы обязательно его туда утилизируем. В принципе, я не вижу. Здесь достаточно хорошо собирают мусор представители этого места. Ну, иногда, конечно, когда гуляешь где-то, как и во всей у нас планете, чувствуется иногда загрязненность. Проблема мусора сложная проблема для Махара. Немножко я в эту ситуацию вникал. Честно говоря, лично свой мусор, я сюда приезжаю на машине, я его весь на машине отсюда вывожу. Более того, стараюсь, если где-то есть целлофан, не целлофан, вот такой, то, что переработает природа, это понятно, вот именно целлофан, стекло, место есть, я всегда заберу с собой, спускаюсь в Карачаевск до первой мусорки, и там его выгружаю. Вот вы отдыхаете, а куда вы мусор деваете? Мы с собой вывозим. Действительно, многие туристы, покидая Махар, забирают мусор с собой. Но тогда откуда же он берется? От отдыхающих. А по-другому никак. Только отдыхающие. Мы всегда с собой привозим пакеты и всегда с собой вывозим мусор. Все, что мы здесь, так сказать, бытовые отходы, все возим всегда с собой. Мы забираем, а потом в следующий день идешь, их нету, а там куча мусора. А кто туда выбрасывает? Может быть, вы? Должны, да. Я им так и говорю. Может, я туда выбрасываю.
Отдыхать в чистоте, как за границей, хотят все. Но при таком отношении к природе откуда ей взяться? А ведь Махар – это не просто место отдыха для любителей природы. Здесь находится учебно-оздоровительный лагерь Карачаево-Черкесского государственного университета. Проводится ежегодный форум для молодежи со всех регионов СКФУ, на котором они делятся своим проектом и получают гранты. В прошлом году форум получил статус всероссийского. Вот и старается представитель университета как-то решить мусорный вопрос. В прошлом году машина переезжала, забирала, а в этом году что-то не платит некоторые там и мусор оставляют, которые переезжают. И куда же вы его деваете? Отвозим туда, в Карачаевск. Нанимаете машину? Да. За свой счет? Да, на свой счет. А зачем вам это надо? Да, как-то избавиться надо из мусора. Навести порядок исламу помогает лесничий Руслан Алчаков. Хотя, согласитесь, у государственного инспектора совсем другие задачи. Для мусора ограждение сделаю, потому что тут скотина заходит, все, собаки там разбрасываются везде, и люди бросают. Вот это все собираем в эту, и потом своими силами. В прошлом году машина ездила, районная машина там, и мусор возили в неделю в один раз. В этом году что-то, потому что их нету. Сам начальник лагеря не может это все делать. Я думаю, что должны власти помочь. С этим утверждением трудно поспорить. Ведь Махар – это тоже лицо Карачаево-Черкесии. Искать ответы на эти вопросы мы будем с нашим гостем. Знакомьтесь, генеральный директор фирмы «Глобус» Любовь Петровна Чернышова. Любовь Петровна, вот мы сегодня побывали на Махаре и увидели, что люди очень довольны, отдых всем нравится, прекрасная природа, чистый воздух, горные реки, но куча мусора. Вот скажите, пожалуйста, приезжают наши туристы, некоторые, мы рассказывали об этом в программе, увозят мусор с собой, другие его складывают в пакеты, и владельцы гостиниц, они за свой счет вывозят мусор в Учкулан, там, в Карачаевск. Говорили, что раньше приезжала машина фирмы «Глобус» и хотя бы раз в неделю забирала весь мусор. И вот второй год этой машины нет. Почему? Начнем с того, что мы год назад поехали на Махар. Была у нас организована встреча с предпринимателями, с владельцами гостиниц, которые предоставляют туристам свои базы. С некоторыми из них мы заключили договор о вывозе твердых коммунальных отходов. Скажем так, на сегодняшний день даже не все предприниматели, которые заключили договор, закрыли свои долги. Они остались должны. Учитывая то, что каждый хозяйствующий субъект обязан при своей коммерческой деятельности заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Это его обязывает закон. Но наши предприниматели решают таким образом немножечко сэкономить. Говоря, что мы не приезжаем, они лукавят. Они должны заявиться, заключить договор, и мы отправим машину. То есть договора нет, оплаты нет, вы не приезжаете? Естественно. Ага. Естественно. Но мусор все равно образовывается, и мусор в лучшем случае вывозится в баке, выбрасывается то ли в Карачаевске. В Учкулане у нас мешковый сбор, угу, поведерный, то есть нет баков. А вот уже баки у нас в Карачаевске. Да. Ну, вот очень так и много туристов еще, хочется поднять вопрос, очень много туристов в летний период просто приезжают и ставят свои палатки. Так. Они тоже, нет у них ни договора с рекоператором, они не платят никакой взнос курортный. Там вот есть некоторые, скажем так, некоторые регионы, которые вводят курортный сбор. За этот курортный сбор туда входит оборудование мест отдыха, да? Мест отдыха, да, оборудование мест
сбора твердых коммунальных отходов. То есть предоставляются какие-то минимальные услуги. Человек может приехать со своей палаткой, и вот отдых как бы дикарями, они говорят, да? Ну, вот, так и было когда-то. Да, но в итоге свой мусор они выбрасывают либо в устье реки, в лучшем случае везут, выбрасывают. Вот, Любовь Петровна, ну давайте немножко вернемся сначала к Махару. Почему? Потому что это не просто частники, которые там построили дома, не гостиницы, их не назовешь гостиницы, домики построили, домики, да. И туда пускают людей отдыхать. Но ведь там же находится и летний оздоровительный лагерь госуниверситета. Там проходит форум, который в этом году получил статус всероссийского. Получается, со всей России приехали студенты, креативная молодежь, которая там проекты шикарные придумывает, гранты выигрывает. Посмотрели и сказали, ой, да ну что ты на Махар приедем, тут даже мусор некуда выкинуть. Мусор-то будет, грязь будет. Это что, лицо Карачаева-Черкесии? Что делать в таком случае? Ну, в этом случае нужно организовать место сбора ТКО. Там есть, организовано. Организовано. Значит, собственник объекта, который принимает, он обязан заключить договор с региональным оператором. Так что, выходит, госуниверситет в этом году не заключил с вами контракт на вывоз мусора? Им же вывозить его-то его надо. Еще пока не заявлялись, не заключали договор. Да, ну, наверное, заключат, госуниверситет, да? Госуниверситет, это их база. На Махаре? Ну, в прошлом году тоже не было. Не было? Угу. А вот мы, кстати, снимали начальника, не начальника, а сотрудника лагеря. И вот он там сделал такое ограждение, и там вот собирают люди мусор. Ему помогает лесничий, государственный инспектор. Вот они сами сделали, вот потом нанимают машину, и, как они говорят, вывозят за свой счет в Карачаевск. Ну, все делают неправильно, не по закону. И... Ну хорошо, это вот у нас Махар. Любовь Петровна, вы уж меня извините, но я задам вопросы относительно других курортов, потому что люди приезжают, им, конечно, природа нравится, люди нравятся, гостеприимство наше нравится. Жалуются на то, что мусор, извините, и в Донбайе. Вот мы недавно буквально снимали неделю назад, открытие лагеря было, проезжали, я обратила внимание, что стоит мусорка, из нее мусор, извините, вываливается, а это только обед. То же самое в Тиберде. Это город-курорт знаменитый, лечебница, здравница. И люди, жители местные, прям вот плачут. Приезжайте, снимите, расскажите. Постоянно мусор валяется, коровы едят эти пакеты, ходят, да, ветер разнес, потом мы это молоко пьем. То же самое в Карачаевске. Что происходит? Не хватает машин, люди не платят. В чем проблема? Дело в том, что за организацию мест сбора ТКО отвечает местная администрация. Скажем так, на определенное количество людей должно быть определенное количество баков для вывоза. Да? Но никому не секрет, что на сегодняшний день у нас Тиберда практически вся, ну, скажем так, процентов 40, это дома сдаются туристам. Гостям, да. Правильно? Да. Никто, как гостиницу, не заключает договор. В каждой вот этой сдающейся квартире или есть прописанный, или вообще нет. То есть идет начисление на одного человека. То, либо на собственника, либо на одного прописанного. Гости приезжают, они заселяются. В однокомнатную квартиру минимум 3-4 человека. Заселяются, правильно же? Двушки и 5, и 6, и 7. Так. Это количество туристов не учитывается при установке баков и при организации мест сбора ТКО. Поэтому вот получается вот такой вот коллапс немножечко. Баки рассчитаны. То есть рассчитаны, вы рассчитываете, да. Ну, грубо говоря, на 1000 человек. Да. А на самом деле в это время находится 3-4 тысячи человек. Поэтому и мусора больше. Естественно, мусора больше. Но если мы знаем такую ситуацию, что так происходит каждый год, и каждый год у нас эти кучи мусора, может быть, тогда администрации тоже Тиберды рассчитывать, что людей-то будет больше, они-то знают, что людей всегда будет больше. Может быть, больше мусорных баков ставить? Мы коммерческая организация. Они, да, поставят больше баков, но мы за какой счет будем возить, если не будет населения, не будет коммерческие объекты, не будут оплачивать
этот мусор. Мы же на воздухе тоже не можем возить этот мусор. Это мы купили в этом году, не в этом году, за 2 года мы купили 7 новых мусоровозов. Эти мусоровозы работают Домбай, Архыз, Карачаевск. То есть где более такое плотное население, более, ну, скажем, больше мусора, мы туда поставили более новую технику с большей вместимостью, с прессовкой, вот, для того, чтобы улучшить качество вывоза. Но контейнерные площадки, они рассчитаны только на ТКО. Но очень много квартир в Теберде покупается, ремонтируется, и туда сваливают весь строительный мусор. Вот за счет этого получается переполненные вот эти контейнерные площадки. Зачастую заезжаем, мы же тоже мониторим, смотрим, выезжаем на выездные, там, скажем, проверки, мониторим. Бывает так, что баки пустые, а к мусорной площадке, к бакам не подойдешь, потому что завалено досками, стройматериалами, чем только не завалено. И, естественно, люди подходят к мусорной площадке, они уже не стараются выбросить этот мусор в мусорный бак, а выбрасывают его рядом, да? Прямо под ноги, да. Из этого получается свалка. Угу. Я все-таки пытаюсь понять, если люди, которые приезжают, вот я живу в Теберде, ко мне приехали гости, я знаю, что на лето я сдаю. Если я регистрируюсь, плачу за мусор, и так будет поступать каждый, кто живет в Теберде, сдает дом, то есть он больше будет платить за мусор. Естественно, администрация рассчитывает и понимает, что приедут сегодня не 10, а 20 человек, значит, нам нужно больше контейнеров, поступает оплата, приезжает больше машин, ставят больше контейнеров. Как решится эта проблема, если люди будут регистрироваться и платить за мусор? Как решится эта проблема? Мы, естественно, увеличим кратность вывоза. Mm-hmm. То есть отправим туда дополнительные машины. Если недостаточно одной, отправим 2 машины. Так что тут дело не совсем наше. Да. Не будут. Вот смотрите, у нас предыдущие года 3-4 назад, когда мы только начинали работать в Домбае, если вы помните, в 2019 году зимой прям была свалка, вот прям как ров. Ужасная. Была ужасная свалка. Проблема была не совсем в региональном операторе. Учитывая то, что в Домбае очень узкие улицы и очень много гостей бывает, так, наша машина не всегда может проехать. А еще больше проблема была в том, что у единиц только был заключен договор с рекоператором. Все остальные ночью везли этот мусор на общую свалку. Какой кошмар? Либо в Теберду. Это тоже вот тибердинцы, сами жители города Теберда скажут, очень много предпринимателей из Домбая везут большие мешки и забрасывают мусор в контейнерные площадки. Ну, чтобы не платить. Да, чтобы не платить. На сегодняшний день проблема осталась в Домбае только вот с площадкой, которая возле администрации, Пихтовый мыс, вот где вот эта площадка. Потому что очень часто наш мусоровоз не может проехать туда. Почему гости, это не может? Мы можем, а вы не можете. Гости ставят так машины, что мусоровоз не просто должен протиснуться, а он еще должен работать там. То есть он должен эти баки взять, выгрузить и уехать. Машина габаритная. Ну так, может быть, стоит администрации об этом как-то подумать, отгородить территорию? Возможно. Можно же этот вопрос решить. Да, да. Для этого, вот для решения этой проблемы, мы дополнительно, вот уже 2 сезона мы отработали, мы купили бортовой УАЗик, который вот в этих местах, где невозможно проехать большому мусоровозу, собирает, забирает этот мусор и везет. Возле вертолетной площадки мы поставили 2 больших бункера. Угу. Для сбора мусора. Вот туда свозят мусор, даже если есть гостиницы, которым нет возможности вообще даже этому УАЗику проехать. Собственники, у которых есть договор, они могут пользоваться вот этой контейнерной площадкой. Через день мы оттуда вывозили 2 больших прицепа бункера вот этого мусора. Таким образом мы вышли из положения вот по Домбаю. Уже 2-й год отработали. Скажем так, результат есть.
Вот в Архызе 2 года назад администрация архызского поселения сделали пробную акцию, выставили 40 баков для мусора. Я думаю, не они не были рады, а мы тем более. Почему? Потому что весь мусор, который, все гостиницы, у которых были договоры, которые платили по факту, то есть ну, мы приезжали, забирали у них мусор, сколько забирали, столько они платили. Все гостиницы, которые платили по факту, все начали выбрасывать в общие баки. Ага, зачем все платить, туристы, если можно да, в эти баки все туристы, стать? Которые ехали на Лунную Поляну, там тоже очень много над речкой отдыхает туристов. Да. Очень много гостей, очень много местных. Все выбрасывали туда. У нас утром мы отправляли машину, она собирала эти 40 баков. К обеду, а то и к вечеру, а то и уже к обеду нам опять звонят, опять завал, опять мусора много. То есть мы даже не справлялись с этим мусором. В Архызе очень много строится сейчас баз отдыха, домиков для отдыха. Но не все жители, не все предприниматели. И очень часто строят не просто не предприниматели, а частники, которые, у которых нет ни ИП, ни самозанятых, никакого ООО. У них, они думают, если они не зарегистрированы нигде, им не нужен договор. Договор нужен всем. Даже если есть какое-то юридическое лицо, либо нет, но если вы ведете коммерческую деятельность, договор должен быть. Ну, в общем, платить не хотят. Платить не хотят. Я вам расскажу историю. Это примерно оттуда же. Подавала документы своих внуков в одну из школ. Ну, не общеобразовательную, ну, скажем так, дополнительное образование. И там платят, ну, совершенно небольшую сумму, 300 рублей в месяц. И вот рассказывают мне, что половина детей не платит, не хотят. Ну, где-то там многодетные, понятно, да, дети-инвалиды, это по закону положено им бесплатно все это получать. Но есть дети из обеспеченных семей. И, как сказал, третий год ребенок учится, не платит. Ну, 300 рублей в месяц, да, не платит. И через 2 года сказал, мой папа строит торговый центр, у нас денег нет, не хватает, 300 рублей заплатить, понимаете, это из той же серии. Я буду строить, получать прибыль, пускать в себя туристов, но за мусор я платить не буду. А вот поставила администрация поселка Архыз баки, вот им спасибо, вот я лучше туда выкину. Да. Ну и бог с ним, что он переполнен, что там мусор будет валяться. Я свой мусор выкинул, мне хорошо. И все на этом закончится. Правильно я понимаю? Правильно. Очень многие собственники, у них оформлено как частный дом, частное домовладение. Uh-huh. Приходим с проверкой, ну, приходим, обходим. Мы, они должны идти к нам, но мы идем к ним. Пожалуйста, просим, заключите, да? Uh-huh. Сделайте. Uh-huh. Мы пока без всяких устрашающих, угрожающих. Да? Мы можем участковых брать, налоговых инспекторов, представителей администрации. Но мы сами идем вперед и просим, пожалуйста, заключите договор. Они говорят, у меня не гостиница, ко мне гости приехали, друзья приехали, и все. А потом смотришь на букинги, сдаются номера. Ну, вот понятно. Как с ними? Да вот никак. Как с ними воспитывать? Да. А мы купили, вот за 2 года мы купили 7 машин, 7 мусоровозов в лизинг купили. Их же надо оплачивать, эти лизинги, с чего-то. Их надо заправлять, мусоровозы. Их надо водителя посадить, чтобы он работал с грузчиком, зарплату заплатить. Поэтому я думаю, что каждый человеческий труд должен оплачиваться. И на сегодняшний день сельская местность платит 69 рублей за человека. Когда пачка сигарет стоит больше 200 рублей, и люди себе позволяют. Почему так говорят, что мусор очень дорого? Это недорого. Конечно, недорого. Да. Это недорого, это соизмеримая сумма. Ну вот, кстати, за мусор мы не так много платим. Но вот я хочу сказать спасибо вот коммунальщикам города Черкесска, вот где я живу. Сейчас мы перейдем на другие улицы. Ну вот от жителей переулка Севастопольская я прямо хочу сказать спасибо. Вот мы с этой проблемой вообще не сталкиваемся. Это редко, когда у нас, ну, один день бывает, мусор не вывезут. То есть пакет собрал, повесил, его утром приехала машина, забрала, чистота и порядок.
Любовь Петровна, вы меня извините. Вы, наверное, следите за публикациями в соцсетях, но просто вот одного дня не прошло, чтобы люди не пожаловались. Там ремонт, текут стены, потолки. Ну, мусор, это вот ну просто какая-то катастрофа, тем более лето впереди. Это же вонь, это, извините, зараза. Почему мусорные свалки? Вот возьмите любую улицу, обязательно проблемы будут. Жители прям плачут, примите меры, вот просят. Почему не решается проблема? Почему свалки в Черкесске? Ну, с 15 ноября 2020 года территориальная схема была разделена, поэтому я за Черкесск сейчас не могу отвечать, мы отвечаем только за республику, а в Черкесске другой региональный оператор, экосервис. Экосервис? Поэтому да, угу. Значит, вопросы понятно. К ним. Вопросы к экосервису, ну, да, значит, да. Готовьтесь, товарищ директор, приедем к вам в гости, а что делать? Ну, надо же как-то жителям помочь, это же непорядок. Естественно. Вот. Любовь Петровна, не могу вас не спросить, а вот если мы едем отдыхать, ну, не в Архыз, не в Донбай, ну, где-нибудь, ну, на берегу, например, того же Нарзана, да, около станицы Красногорской. Вот приедешь туда, ну, в принципе, как на любой Нарзан, да, и куча мусора. Извините, просто сесть у реки отдохнуть, ну, невозможно. Сначала полчаса надо потратить, чтобы этот мусор собрать, как-то себе клочок земли очистить. Но ведь это тоже достояние республики, Нарзаны, да, которые у нас, слава богу, их в республике хватает. Кто там должен следить за чистотой? Как вы считаете? Во-первых, территория эта принадлежит администрации Красногорского поселения. Возле самих Нарзанов, если вы видели, там есть баки, видела? Есть договор. Если люди выбрасывают туда в баки, наша машина заезжает и выгружает. За последние два года, на моей память, только мы вот выезжали с нашим коллективом, с Минприроды, выезжали раза четыре на субботники и чистили вот эту территорию, где Красногорский Нарзан. Ну что самое обидное, приедем, поработаем, вывезем этот мусор, пособираем, через две недели приезжаешь на это место, на эти поляны, то же самое. Вот для того, чтобы, наверное, была республика чистая, каждый человек должен воспитывать своих детей, чтобы они не мусорили. И не только детей воспитывать, а своим примером показывать, что мусор разбрасывать нельзя. Ну, правильно вы говорите, Любовь Петровна. Хотите порядок, чтобы в доме был? Не мусорьте там, правильно? Конечно. Значит, нужно начинать с себя. Приехал, отдохнул. Возьми в пакет, собери, убери. Это не так уж и трудно. Правильно? И будет абсолютно. В нашем общем доме чистота и порядок. Абсолютно. Абсолютно с вами согласна. Если каждый будет убирать за собой, у нас не будет грязных лесов, грязных берегов рек. Поэтому абсолютно с вами согласна. Спасибо, Любовь Петровна, что пришли к нам, разъяснили нам ситуацию. Мы поняли, надеюсь, с нашими зрителями, почему у нас проблемы мусора существуют, как их решить. Вам всего доброго. Побольше покупайте машин, хороших вам плательщикам, чтобы добросовестно платили. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. И еще раз напоминаю вам, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Помните об этом. Всего доброго. До свидания.